это мы. Вас ждет челлендж. Кто-то из вас получит шоколадный фонтан. Он достанется тому, кто его лучше всех нарисует этими фломастерами. Но есть одно очень важное «но». Рисовать нужно ртом, а не руками. Ну все, у вас есть 1 минута, и она уже пошла. Я должна выиграть, потому что круче меня тут никого нет. Что? Да ты проиграешь. Потому что лучший рисунок будет у меня. Бинго! У тебя? Разве может быть шоколадный фонтан синего цвета? Конечно же нет. Выиграю я. Тем более мне только что пришла очень крутая идея. Зачем задувать краску, если можно просто снять колпачок? Ничего себе! Почему только я сама до этого не додумалась? Нужно попробовать. Ай, падаю! Ну как, попробовала? Получилось! Как тебе не стыдно? Лучше бы помогла подруге, а ты глумишься надо мной. За такое нужно проучить. В этом мне поможет простое перышко. И что мне делать? Теперь я будто помидором накапала. Или еще чем похуже. Теперь Сьюзи точно проиграет. Ах так? Ты еще и смеешься, тогда ты тоже проиграешь. Получай. Какой кошмар, да что ты себе позволяешь? И ты тоже получишь по заслугам. Нет, не надо, умоляю. Девчонки, время вышло. Показывайте, что вы там нарисовали. Джули, что это за красное пятно? Пролила краску? Видимо, на лицо тоже. Сьюзи, почему у тебя тоже все красное? Неужели вы все вместе ели помидоры? Такие рисунки не могут выиграть. У Милы работы тоже так себе, но она хотя бы без красного месива. Мила, ты выиграла. Ура! Теперь он весь будет моим. Приветики, вкусный шоколад. Мы тоже хотим немного шоколада. И мы его получим. Как же вкусно! Как же я рада, что победила! Такое блаженство! Эй, а где весь шоколад? И правда, кто посмел его выпить? Как же ему не стыдно? Да ну вас, воровки! В этот раз ваш приз будет куда более оригинальней. Видите этого милейшего песика? Так вот, приз – это не он, а та какашка, которая от него осталась. В этом раунде снова придется рисовать ртом, так что постарайтесь. Время уже пошло. Думаю, нет ничего проще, чем нарисовать какашку. Итак, приступим. Чтобы рисунок был более достоверным, нужно добавить запаха. Я даже знаю, как это сделать. Что за вонь? Здесь что, кто-то умер? Или что-то стукло? Ой, мне плохо. Упс. Да, я просто давно не мыла ноги. Рисовать ногой – это трудно, а вот рисовать локтями – это куда более удобное решение. Упс. Ну ладно, не проблема. У меня этих фломастеров еще целая куча. Ну давай же! О нет, кажется, я отстаю. Девочки, хватит рисовать, пора показывать, что у вас получилось. Вот, смотрите. Мила, какашка, конечно, ничего, но я видала получше. Вот, например, у Сьюзи. Это же шикарно. Супер, я в восторге. А у Джули какашка получилась так себе. Видно, что она хотела проиграть. Так тому и быть. Настоящую какашку получает именно она. Что? Но мне стало плохо. Плохо из-за Сьюзи. Нет, я не буду есть этот ужас. При
придется. Таковы правила. Какой кошмар. Буду представлять, что это просто шоколад. Я что, и правда попробовала какашку? Нет, это действительно шоколад. Девчонки, хотите тоже? Да уж нет, спасибо. Как-то обойдемся. В этом раунде вашим призом станет рыбка. Ароматная и совсем невкусная. Ну а рисовать вы будете соусами. Мне кажется, что это довольно весело и необычно. Так что можете приступать, время пошло. Я еще никогда не рисовала соусом. Надеюсь, у меня получится красиво. Как же их много! У меня будет такой большой выбор! Но почему весь мусор на мне? Я вам не помойка! Так, я тоже считаю, что пора приступать. Это будет самый вкусный рисунок из всех, что я рисовала. Пожалуй, начну с кетчупа. А я начну с сырного соуса. Он желтый, так что он лучше подходит для этой мерзкой рыбы. Ну что ж, приступим. Ничего себе, как быстро он закончился. Нужно поскорее найти ему замену. Кажется, получается очень даже неплохо. Да у меня талант. Блин, даже у Сьюзи рисунок получается лучше моего. Мне стоит поторопиться. Точно. У меня же 5 пальцев, а значит 5 кистей, которыми можно рисовать одновременно. Пахнет очень вкусно. Думаю, не будет ничего страшного, если я его немедленно попробую. Какая вкуснотища! Нет, этого мало. Я хочу съесть побольше соуса. Мила, ты что, ешь соус? Ну, у нас же даже картошки нет. Кажется, на этом мои соусы закончились. Ай, нет, только не на мой рисунок! Ну вот, я все испортила. Как же вкусно! Блин, кажется, я съела все соусы. Теперь я точно проиграю. Ну что, девчонки, время вышло, пора бы посмотреть, что вы там нарисовали. У меня остается только один выход. Поменяться рисунками с Сьюзи. Я жду. Джули, ты что сделала? Это же совсем не похоже на рыбу. Мила, покажи, что нарисовала ты. Ого, выглядит неплохо. Пока что это лучший рисунок с соусами из всех, что я видел. Сьюзи, а ты совсем не старалась. Значит, мне придется подарить тебе эту рыбку. Надеюсь, ты любишь есть сырую рыбу. Мне? Но ведь это все обман. Ха-ха, кому-то придется есть мерзкую рыбу. Почему сразу мерзкую? Ее ведь можно приготовить. У меня и горелка есть. А, что ты делаешь? Ой, прости, я просто не умею ей пользоваться. Так, да, кажется, нужно направить ее на рыбку. Смотрите, какая аппетитная получилась. Наконец-то я смогу нормально пообедать. Такая вкуснятина! Девочки, в этот раз вас ждет самый милый приз, а именно этот пушистик. Вы должны будете сделать себе грим котика. Кто лучше нарисует, тот и получит малыша. Как всегда, у вас есть 1 минута, и она уже пошла. Я и сама похожа на котика, так что мне не придется дорисовывать много деталей. Сьюзи, ты себя переоцениваешь. Всем понятно, что выиграю именно я. Носик уже готов. Остались усы. Так, никто же не запрещал использовать зеркало. Я не понимаю, как можно без него сделать крутой грим.
А вот с зеркалом гораздо проще. Я уже почти закончила. Вы все мне в подметки не годитесь, потому что мой грим самый лучший. Ого! Мила, смотри, Джули жульничает. Она использует зеркало, хотя нельзя так делать. Думаю, ее нужно проучить. Согласна. Я даже знаю, как именно. Эй, ты что делаешь? Зачем? Так весь грим испортится. Ну вот, я теперь точно проиграю. А я так хочу себе этого малыша. У меня появилась идея, как устранить еще одну конкурентку. Сьюзи, ты немного не доделала носик. Если хочешь, я тебе помогу. Давай, если тебе не сложно. Я буду только рада. Вот теперь ты выглядишь гораздо лучше. Вылитый котик. Спасибо огромное, я всегда знала, что мы подруги. Ну что, давайте решим, кому именно достанется этот милый малыш. Джули, на такое даже смотреть нельзя. Ты оскорбляешь мое чувство прекрасного. Сьюзи, а ты что сделала? Мы же тут не пирата разыгрываем. Что? Пирата? Ах ты, Мила! Хитрюга! А вот грим Милы, кстати, получился очень даже милым. Так что Пушистик теперь будет дружить с ней. Ура! Я буду тебя любить и кормить. Ты будешь... О, нет! Кажется, у Милы аллергии на котят. Ничего страшного, мы сами справимся с Пушистиком. Ого, Мила вся покраснела. Нужно бы врача вызвать. Да, Пушистик. Какой хороший. Всем приветики. Наконец-то мы начинаем челлендж. И мне сразу не повезло. Попалась одна упаковка жвачки. А у меня гораздо больше. У меня ее вообще целая куча. Алекс, тебе и правда не повезло. Зато мы можем первыми свои жвачки съесть. Хоть что-то приятное. Я обожаю хуба-бубу. Особенно со вкусом бабл-гам. Эй, ты что творишь? Awesome! Come on! Жвачка твоя, а мусор я должна поднимать. Вот тебе. Ой, ладно тебе, не ругайся. Лучше посмотри, какой я пузырь сейчас надую. А вы знали, что с пузырем можно играть? Но для этого нужно быть настоящим мастером. Ого, и правда круто. Алекс, ты молодец. Ну а теперь моя очередь жевать жвачки. Для начала я избавлюсь от фантиков. Я даже знаю один прием, который очень мне поможет. Ничего себе, круто. А теперь самое время их слопать. Губа-пылесос активирована. Вот это да! А теперь смотрите, что такое по-настоящему большой пузырь. Я не позволю ей надуть пузырь, который будет больше моего. Ты что натворил? Ужасно! Мало того, что ты лопнул мой пузырь, так еще и лишил меня бровей. Как я теперь жить буду? Приклеишь их обратно. Ладно, я просто немного запаниковала. Все. Мила, твоя очередь пробовать жвачки. Наконец-то. Чтобы избавиться от фантиков, я подготовила специальную машинку. Вот это да! Действенный способ. А теперь одну за одной можно их съесть. Вы готовы увидеть поистине большой пузырь? Тогда погнали! Мила, перестань! Он становится слишком большим! Что нам теперь делать? Как спустить ее на землю? Есть у меня одна мыслишка. Нужно лопнуть шар с помощью рогатки. Алекс, стреляй! Почему я? Потому что иначе Мила улетит в космос. Давай быстрее! Кривой! Все приходится делать самой. Вика, молодец, ты попала! Я уж думала, что мне придется подружиться с птицами. Я очень рада вас видеть, ребята. Oh, no!
Ну вот, у меня всего один гранат. А у меня целых 10. Больше просто не бывает. Еще как бывает. Взгляни на мою кучу. Зато мои вкуснее. Мила, начинай. Окей. Ура! Я гранат очень люблю. Вы только посмотрите, как аппетитно выглядят зернышки внутри него. Правда, их не очень удобно есть, но для таких маленьких вкусняшек у меня всегда с собой есть пинцет. Вкусно, удобно, и руки не нужно пачкать. Будет лучше, если я выложу зернышки на тарелку, а потом съем все сразу. Да, так будет гораздо вкуснее. Ровно 100 зернышек! Это очень круто! Значит, мне будет в 100 раз вкуснее, чем было до этого. Пусть у меня был всего один гранат, я все равно очень счастлива. Алекс, твоя очередь. Окей. Сначала нужно добраться до самого вкусного. Резать гранат слишком легко, а вот разорвать его – другое дело. Ой! Какой ужас! Алекс, ты теперь на маньяка похож. Быть маньяком – это невкусно, а вот есть гранат – это просто невероятно. Алекс, ты сошел с ума. Ничего подобного, я просто ем вкусный гранат. Вита вообще-то могла бы тоже приступать, чтобы время не терять. И правда, пора бы и мне мою кучу слопать. Мила, мне нужен нож. Держи. Просто так есть гранаты, это скучно. А вот делать из них сок, это более чем весело. Смотрите, какой у меня есть аппарат для приготовления сока. Вот это да! Такая большая махина! Большая соковыжималка плюс целая куча гранатов. Равно очень много вкусного гранатового сока. Вы только посмотрите на него. Он так и просит, чтобы я его поскорее выпила. Ну как, вкусно получилось? Очень. Вита, у тебя теперь сок даже на лице. Это не проблема, от него можно легко и просто избавиться. Ну вот, у меня всего лишь одна баночка колы. А у меня больше. Смотри, сколько колы у Милы. Да-да, смотрите, у меня целая башня из банок колы. Но первой все равно пить буду я. Хоть в чем-то мне повезло. Кола, как всегда, вкусная. А еще после нее желудок всегда разговаривает. Я придумал классную идею. Как выпить все мои банки колы разом. Нужно их открыть, а после мне понадобится специальная трубочка, которую я совсем недавно смастерил. Вот это да! Прикольная задумка. Все-таки кола такая вкусная. Ой, кажется, кто-то просится наружу. Вот это мощный рык. А вы как думали? Я все-таки мальчик. А я больше люблю Пепси. И мне досталась одна баночка. Как круто! Зачем сейчас все упадет? Ну и что? Зато теперь мне не придется дотягиваться до верхних рядов. Спорим, я за раз выпью все банки колы. Давай, Мила, мы в тебя верим. Эй, только не надо в нас мусор кидать. Вот именно, это же банки. Больно получать банки по лицу. Простите, просто я не могу остановиться. Мила, что с тобой стало? Ты видела свой живот? Да, это все газы. А, спасайтесь, кто может. Это чрезвычайная ситуация. Ничего себе. Ох, Мила, все, больше никакой колы. Да, я больше не хочу. Меня уже не влезет. Чур, я первая буду крутить колесом.
Как мне повезло, я просто обожаю колбаски. Круто, что мне выпали именно они. Точнее, одна огромная колбаска. Вкуснятина. А теперь я узнаю, какая вкусняшка достанется мне. Блин, я же хотела вкусняшку, а не гадкого таракашку. Может, еще не поздно все переиграть? Нет, я не позволю. Ты хочешь, чтобы я ела эту гадость? Они же воняют и ползают. Нет, я не буду. Я и без того их очень боюсь. Не хочешь по-хорошему, придется по-плохому. Время колеса наказаний. Нет, я лучше тараканов слопаю. Хотя они к моей аппетитной пицце совсем не подходят. А, они атаковали мою руку! Нет уж, на такое я не подписывалась. Ужас! Джулия, а ты чего ждешь? Пора бы и тебе колбаску слопать. Полностью согласна. Думаю, я сделаю из пиццы хот-дог. С начинкой из вкусной колбасы. Смотри, как круто получилось. Ничего вкуснее я давненько не пробовала. Колбаса идеально дополняет вкус пиццы. Это намного вкуснее, чем обычные хот-доги. Джули, ты вынуждаешь меня откусить твою вкусняшку? Я с удовольствием это сделаю. Ты что творишь? Кто тебе разрешал трогать мою сосиску? А ну отдай ее мне! Как тебе не стыдно? Ешь своих тараканов. Не хочу. Их так много. Они явно хотят съесть мою пиццу. Ничего себе! Их и правда целая куча. Пошли все вон! Дайте мне хотя бы откусить пиццу. Ничего себе! Они мне почти ничего не оставили. Ну, так даже удобнее. Она только что съела таракана. Какой кошмар! Кажется, в моем рту кто-то поселился. О, нет! Пошел вон! У Милы во рту теперь тараканье царство. Можно в этот раз я буду первой крутить? Интересно, что выпадет мне в этом раунде? О, нет! Только не червяки! Я буду рада жвачке, а не червякам. Ура! Хуба-бубу я люблю! Красота! Теперь моя очередь крутить колесом. Что? Это нечестно. Почему кому-то жвачки, а кому-то куриные лапы? Они же мерзкие, страшные и противные. Да уж, не завидую я тебе. А ты бы лучше побыстрее все съела. И правда, чего это я жду? Пора разложить эти жвачки на пицце, чтобы было красиво и вкусно. Они такие яркие и длинные. Какая красота! Та-дам! Ну как? По-моему, получилось просто потрясно. Да, выглядит круто. Не то что куриные лапы. Кстати, у меня появилась отличная идея. Мила будет в восторге от пранка, который я для нее придумала. Это еще что за гадость? Нет уж, это уже слишком. Лучше бы ты эти лапки не мне в лицо пихала, а на пиццу клала. Так будет более продуктивно. И за что мне такое наказание? Я бы могла наслаждаться вкусом пиццы, но мне придется давиться куриными лапами. Ну как, Джули, тебе нравится? Вкусная пицца. Ты еще и издеваешься? Ешь лучше свою пиццу. Окей. Ну, конечно. Почему бы вкусную пиццу не съесть? О, да, как же это круто! Я и не думала, что жвачка с пиццей вместе образует нечто нереальное. Это настолько вкусно, что я не хочу останавливаться. Пожалуй, пиццы лучше я уже давно не встречала. Думаю, самое время для огромного пузыря из жвачки. Вот это да! Он и правда большой. Чем больше пузырь, тем круче будет бум! Что произошло? Где я? Я ничего не вижу из-за этой жижи! Это мой шанс. Избавлюсь от всех куриных ножек. Есть пиццу без них гораздо вкуснее. Джули, думаешь, я ничего не видела? А вот и нет. Я видела все. И за твой обман тебе придется столкнуться с колесом наказания. О, нет. Надеюсь, мне выпадет что-нибудь не страшное. Ура, пронесло. Дождь — это даже приятно. А
если это будет дождь из куриных лапок? Ха-ха! Ой, помогите! Меня накрывает волной этих гадких лапок! Джули, ты так смешно выглядишь! Посмотрим, какая вкусняшка ждет меня на этот раз. О, да! Вот это я понимаю везение! Пришло время для мармеладных глазок. Их можно не просто съесть, с ними можно еще и поиграть. Смотри, Мила, у меня глаза на пальцах! Ну ладно, посмеялись и хватит. Пора попробовать. Ну как, вкусные? Очень. Уверена, что пицца будет невероятной. Я тоже хочу вкусняшку. Осьминог? О, нет. Какой ужас, они такие маленькие, склизкие и мерзкие. Не представляю, насколько пицца будет ужасной. Просто представь, что это будет мерзко, тогда не прогадаешь. Да уж, даже на вид противно. Не завидую я тебе. Я вот уверена, что пицца с мармеладными глазами будет вкусной. Даже выглядит приятно. Красота. Как же это вкусно. Невозможно остановиться. Я бы тоже от мармелада не отказалась. Никто бы не отказался. Сама себе завидую, что слопала такую вкусную пиццу. Теперь глаза даже изо рта лезут. Джули, ты как всегда дурачишься. У меня просто замечательное настроение. Мила, а ты чего не ешь? Я уже надеялась, что ты про меня не вспомнишь. Очень не хочется пробовать этих осьминогов. Надеюсь, они не прилипнут ко мне изнутри. Бедная Мила, мне даже смотреть на это мерзко. Конечно, это же осьминоги! Они липнут прямо к языку. Джули, ты думаешь, это смешно? Это вообще не смешно. Получай! Ой, что это было? Как ты посмела! Зато теперь ты понимаешь, что осьминоги – это вообще не смешно. Ты это зря сделала. Держись. Сейчас я тебе пиццу прямо в рот засуну. Целиком. Тогда тебе точно не спастись от всех этих осьминогов. Получай. Какая мерзость. Джули, ты очень жестокая. А вот и нет, я просто справедливая. Приятного аппетита. Решим на Цуэфа, кто крутит колесо первый. Я победила. О, да. Картошку фри я очень люблю. А тараканов ты любишь? Они тебе и попадутся. Джули, ты знаешь, что жульничать – это нехорошо. Верни колесо в то положение, в котором оно было. Или придется прибегнуть к колесу наказаний. Ну и ладно. А вот и моя картошечка. Ее так много, и она так аппетитно пахнет. Хочется поскорее ее слопать. Джули, твоя очередь крутить. Точно. Надеюсь, мне тоже выпадет вкусняшка. Хоть бы вкусное, хоть бы вкусное. Нет, что угодно, но только не чеснок, он же вонючий. Странно, а почему его нет? Значит, мне не придется ничего есть. Посмотри повнимательнее. И правда, запах откуда-то исходит. Зачем на меня повесили эту бяку? Отвратительно. Так, ладно, для начала нужно чеснок почистить. Для этого у меня есть даже специальная коробочка. Сначала туда нужно выложить все зубчики чеснока. И за пару секунд чеснок превращается в чищенный чеснок. Готово! Из него можно сделать очень красивый рисунок на пицце. Например, сердечко. Классная идея! А я с помощью картошки передам свою эмоцию – радость. То есть нарисую милый смайлик. Смайлик гораздо лучше, чем сердечко. Ну вот еще, ты просто повторила за мной. Мое чесночное сердце уже ничто не сможет перебить. Да-да, а теперь тебе это сердце нужно съесть. О нет, как же я буду его есть? Сердце же такое красивое. Ты постоянно отлыниваешь. Время колеса наказаний. Блин, что-то мне совсем не везет.
Придется не просто есть пиццу с чесноком, но и сделать из нее коктейль в блендере. Блендер у нас есть, так что тебе повезло. Мне даже интересно, что из этого получится. Думаю, что-то очень мерзкое. Сейчас мы это и узнаем. Давай. Если меня вырвет, Мила, ты будешь в этом виновата. От такой смеси наверняка стошнит. Да уж, выглядит и правда мерзко. У меня во рту будто помоенное ведро. Я так долго точно не протяну. Фу, это не значит, что я должна это нюхать. Держите меня, я падаю. О нет, чеснок даже Милу погубил. Какой кошмар. Я здесь, я в порядке. Ого, картошка фри даже на моем лице оказалась круто.